Работы по реконструкции улицы Громобоя выполнены наполовину. При повороте направо на проспект Шереметьевский появится дополнительная полоса, а проехать в прямом направлении теперь можно будет в два ряда. Стоимость работ составляет более 21 миллиона рублей. Деньги выделил областной бюджет. Один из самых проблемных перекрестков в центре города. Постоянно скапливается пробка. По одной фазе светофора зеленого цвета пересечь Шереметьевский проспект получается не более 4-5 машинам. Сейчас началась укладка нижнего слоя дополнительной полосы. В качестве благоустройства будут высажены деревья и восстановлен тротуар от Шереметьевского проспекта до улицы Калинина. Сделан остановочный карман, выжата корыта, устройство песка, основание из песка и щебня. Соответственно, сейчас демонтируются и корчуются пни, излишняя растительность. С кабельными линиями разбор идет, какие что куда переносится. Установлены новые опоры освещения, также на электрооборудование, которое для троллейбуса линии. И переносятся кабельные линии. По контракту работы должны быть завершены 1 декабря, но подрядчик планирует закончить раньше – 15-20 октября. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.